Вечером в Доме кино открывается программа латиноамериканских лент, а через 2 дня конкуренцию ей составит фестиваль сербских фильмов. Киноцентр «Родина» представит весь спектр жанров современного кинематографа Сербии. Экспериментальные работы, анимация, короткий метр. Организаторы намерены познакомить публику с новыми именами талантливых братьев-славян. Ведь кроме шедевров «Кустурицы» мы мало что знаем о сербском кино, особенно молодом, созданном в последние годы.